В выходные не повод сидеть дома, и чтобы потратить время с пользой, можно совершить вояж по спектаклям, концертам и выставкам нашего города. Начать выходные можно в Саровском драматическом театре 24 февраля в 10 утра. Юных театралов ждут на постановку «Маша и Витя против диких гитар». В воскресенье в 6 вечера всех ждут на музыкально-литературную постановку «Под небом Парижа». Вместе с актерами вы сможете пройтись по улицам этого города романтиков, присесть за столик небольшого кафе и послушать песни французских шансонье. Может быть, за время этого небольшого путешествия, поддавшись очарованию Парижа, вы сами станете немного философами или поэтами. Каждую неделю любители салонных игр на несколько часов делятся на две противоборствующие команды – мирных жителей и мафиози. И начинается психологическая дуэль, кто кого быстрее обезвредит. Умеете держать себя в руках и считать собеседника как открытую книгу? Считаете себя мастером интриги и гуру убеждения? В эту субботу в 7 вечера отправляйтесь в молодежный центр и докажите это. Музыканты ансамбля джаз-бэнд «Дядя Вова» приглашают саровчан провести субботний вечер с друзьями и близкими людьми за праздничным столом ресторана «Прайм». Гости концерта насладятся блюдами изысканной кухни и окунутся в звуки великолепной музыки в живом исполнении. Концерт состоится 23 февраля, начало в 6 вечера. Приятно провести время можно и в кинотеатре. На экранах кинотеатров новая анимация «Как приручить дракона 3». Заключительный эпизод известной саги про викингов и драконов. Появление загадочной дневной фурии изменило жизнь острова, и теперь Икинг и Беззубик столкнутся с безжалостным охотником на драконов, жаждущим уничтожить все, что им дорого. В прокате новый фильм от «Квартета И» «Громкая связь». Семеро друзей, собравшись в загородном доме, в шутку начинают игру. Участники должны зачитывать вслух все входящие сообщения, а на звонки отвечать только по громкой связи. Они представить себе не могут, какие удивительные откровения им предстоит сделать друг другу. «Омен. Перерождение» — новый фильм ужасов на заданную тему. В центре сюжета история молодой матери, которая обеспокоена странным поведением своего 8-летнего сына. Она считает, что причина такого поведения — нечто сверхъестественное. Сможет ли фильм заставить вас ерзать в кресле, придется выяснять лично. Отправляйтесь в кинотеатр и проверьте это. Проводите выходные с пользой и хорошим настроением.